На канал Изагет поступил такой вопрос. Я не молодею, отношения никак не складываются. Ну, видимо, личная жизнь никак не складывается. Грех, грех, ли родить ребенка для себя? Что можно сказать на этот вопрос? Чтобы родить ребенка, надо все раз сначала выйти замуж. Чтобы выйти замуж, надо сначала полюбить что полюбить надо, чтобы Господь послал такого человека, который бы и тебя полюбил, и сама смогла его полюбить. Чтобы этот человек такой пришел, чтобы человек был такой рядом, надо самой быть такой, чтобы быть готовым, вернее, быть готовой к этой любви. Быть готовы послужить другому человеку, быть э, готовы настолько, что ответственно воспринять все, что связано с семьей, а не просто иметь для себя что-то свое, бермужа для себя, а потом ребенка родить для себя. И комфорт какой-то иметь для себя, и какую-то радость тоже иметь для себя. То есть все, что иметь для себя это значит не для Бога. Дело в том, что Господь хочет, чтобы мы меньше имели своего, а больше имели Божьего. Ведь наша жизнь, она принадлежит не нам, это не наша жизнь, она принадлежит Богу. Поэтому так важно, чтобы мы с благодарностью принимали любые обстоятельства жизни, которые повыскает нам Господь. Дал Господь мужа, слава Богу, будем за это благодарить. Дал Господь бездетность в браке. Ну, надо это понести тоже. Потому что такова воля Божия. Не дает Господь мужа, и, и это нужно принять со смирением. Потому что мы еще не готовы. Потому что женщина, которая не замужем, еще может быть не созрела для чего, для того, чтобы иметь семью. Может, она еще слишком много хочет своего. На все нужно смотреть именно с точки зрения тайны Божьей, промысла Божьего. И принимайте от Бога то, что Он нам дает, а то, что мы не имеем то, что нам не дается, также принимать как направление жизни, в, которой, в, котором нужно выстроить наши отношения с Богом, иметь Богу благодарность, Богу послужить и Богу угодить. И если мы обратимся к Чену Писанию, то мы можем найти много цитат о том, что, например, в Библии читаем, «Лучше бездетность с добродетелю, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей». Что касается «детей для себя», в кавычках. «Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их». Ну и послание апостола Павла. «Брак у всех да будет честен и ложа непорочна, Лудников же и Прелюбодеев судит Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.